Добрейшее утро, дорогие мои друзья. Я не могу, я сегодня в офигенном настроении. Сейчас быстренько, как обычно, лицо свое намажу. Нам нужно быстро собрать постиранное белье, поставить, наверное, сначала поставить мясо, потом собрать белье. Господи, посмотрите, сколько утра? 8:47, а я уже как майская роза, свежа и хороша. Ни отеков тебе, никаких мешков. Боже мой, ну надо же. Наливное яблочко. Доброе утро. Это мой Орифлейм любимый. Я, как обычно, делаю утренний уход. Сейчас. Все, понамажу себе. Буду еще краше. Посмотри, как прекрасен этот мир. Да? Как прекрасен этот мир. Посмотри. Это сушится тряпочка для протирания зеркала. Это единственное, что мне нравится от Гринвея. И вот она, я утром протерла зеркало, как обычно. И повесила ее сушиться. А уже скажут, у меня тряпки висят. Висят, конечно. А у кого не висят? Я уже просто на автомате все замечаю. Думаю, господи, сейчас же понесется. Так, с ядом кобры каплю. Своего яду мало. Добавим еще кубринского. Этот мир. Ох, красотка. О! Молодею на глазах. Да? Ну надо же, какая хороша. Ну и дневной крем. Многовато зацепило. Многовато. Аппаратом пользуюсь в основном вечером перед сном. Делаю массаж лица. А утром, да, бульгирия, да, моя шлетка. А утром быстренько наношу, потому что дел не в проворот. Моя слюдюнечка, а моя кукунечка. Плякает там. Иди, мамочка, потелю тебя в твой нос мокрый. Мокрый и сладкий. Мокрый и шлаткий нос. Пойдем разбирать бельишко. Ты проснешься, и минуты остановлены, как будто как росинки их бери. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Ой, пардоньте. У меня тут соло. Как прекрасно. Это светловский или какой? Светло. Чем это камень? Ты что, уходишь? Да. Я думала, ты со мной кофе попьешь. Время 9 часов уже. Понятно. Так мой сварился или нет? Да.